делать, нет? Это техничный удар был.
такой тихенький. Вот правильная мысль была, правильно. Это что за кочерга тут, бля? Бездарно. Два очка бездарно. Скажи, куда я делаю? Право, так. Хорошо. А помни, когда потом получается? Все равно. Он не тот.
Это же все напрасно. Против моей игры нету никаких. Это напрасно. Против кочерги нельзя играть. Против бомба так и делать. Нельзя. Только против этого лося, блядь. Я бы, конечно, мог бы подсказать, но из уважения к тебе, Владимир, я не собираюсь. Нет подсказок. Я игра-то непредсказуема, нет подсказок. Есть. Хоть что подсказывай. Тренер, готов? Да-да. Ну вот тебе первая подсказка. С ним он играет против шипов на опущивание. С ним я играл никогда не на опущивание. Не так было, а вот так вот. Вот так. И относительно так. Никогда не опущивал. И вот и пробив вот так вот. Все. И хлопал слева и справа, блядь. Хорош. А он играет на опущивание. На опущивание играет. Зачем его опущивать-то? Я про это говорю. Его надо... Во, открытый. Во, да, блядь, все равно прокручивает. Хлопать его надо. На, вот так вот хлопать. Раз, но вот. Он не бьет прямые вообще. Не, я не умею. Тренер. Тренер. Тренер-то грамотный, а я-то безграмотный. И выиграем сейчас, все. Все. Повело. А? Можно, но не нужно. Я требую сухаря, срочно. Все, переход. Открытый, без ума, открытый. Какое полотенце? 100 рублей. 100 рублей это полотенце. Я потом уже там у тебя еще есть видео? О, я требую сухаря, блядь. Йо, колхоз, блядь. О, и вся любовь. Тогда яйца. Яйца состоялись. Яйца по детству. Яйца по детству. Это как веселых ребят. Яйца по детству. Ну часто начнется, короче. Часто начнется рубка. Рубка, ёпка. Ой, коллега-то этот, Белторосик, ну и так же Андрюша продолжает. О-о-о! Ой, хороший. Ну, красавец за красавцем. Каждый раз. Последний китайский. Три или четыре ли ты засадил уже? Не извиняйся, дави так же.
Нормально, все хорошо. Ой, здорово. Опять яйца делаю. Яйца. Яйца. Ну, Лёха, медленно как-то. Ой, Жорж, пятая. Пять пор, да. О! Ну, здорово ты его мочишь. Дай последнюю сопельку, да. Да. Молодец. Мне очень лучшая игра в этом сезоне. Они же все говорят, а у нас нет бланка без допа, только с допами. Вот в чем ты стадут. Я бы так заходил, да, когда у тебя сходил. 24-ка и 23-ка. Осталось 10 дней.
Я сейчас беру их и тайну. Лучше подойти. А мне надо сначала-то ведь еще тихо делать. Или что там? А у тебя сколько лет на машине? У меня уже тихо есть. У меня 7 лет, 10-го года. 10-го? 10-го, 57 тысяч. 57 тысяч. Ты что, мне куда идти-то? А ты посмотришь. Видишь, если я пойду в Россию, там надо... Ты сам придет. В смысле, ты еще за меня деньги платишь? А? Ты еще сверх моих платишь? Нет, ну я к тебе, я подвезу, мне не сделать бесплатно. Не надо бесплатно делать. Ну косяк, нет. Не то, что бесплатно, нет, ты просто. Да. Но они еще сверху просят, я пытаюсь. А что ты в прошлый раз не сказал? Ну, я сказал, что ты... И ты еще заплатил за меня? Не. Ну так ты скажи, куда я... Что на камеру говорю? Ты скажи, куда я... Поезжай на ту... Так, я не знаю, что там, 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 я не знаю,
получили второго вызывается Павлов Зеленский. Шестой стол Галюзин Шишкина. Галюзин Шишкина, шестой стол. Спойлер!